Уважаемые ветераны, труженики тыла и дети войны, от депутатов фракции ЛДПР и от себя лично поздравляю вас с великим праздником, с Днем Победы. Несмотря на то, что Кировская область находилась далеко от полей сражений, наши земляки в полной мере разделили со всей страной все тяготы и невзгоды войны. Мы сегодня благодарим всех тех, кто сражался, ковал победу в полях и на заводах, поднимал нашу страну в тяжелые послевоенные годы. Надеюсь, будущее поколение не столкнутся с такими испытаниями, но вместе с тем пронесут память о подвигах своих дедов и прадедов на века. Желаю вам счастья и здоровья. И, конечно же, мирного неба над головой. С Днем Победы!